Сейчас, мне нужно перчатки. Перчатки. Как ты смеешь свою великую богиню перчатку выдавать какому-то мужичонке? Сейчас, раз. Да ничего, я снимаю как приоткат. О, правильно. Нужно развивать мужиков. Штуками. Иди давай работай. Не бей по голове. Я терминатор, голем. Я всего лишь рабочий в будущем мире, когда патриархат побежден. Я всего лишь рабочий. Термобар. Они, а я их взял там, где две. Да не лежат, а на столе, там мои варежки лежат. Веди им, чертов патриархат. На, патриархат. На. Я сейчас. Победим, чертов патриархат. Лопату давай сюда. Так, убирай вот это зеленое ведерочко. Подними его. Туда поставь, где стоишь. Нет? Да, выполнил. Давай, выбор. Ведро-то надо убрать. Мочи, подожди. Я сейчас убираю ведро. Вот сейчас, подожди, я еще лопату брошу. Неси, убирай. Я потом... Подожди, сейчас. Патриархат. Не на, патриархат. Сильно не надо, патриархат. Ты зачем, блядь, здесь рядом? Ты же сказала со всей силы. Со всей силы, ты не вот, не, от стены подальше. На, патриархат, на. Ты что, дурак, что ли? Я мочу, патриархат. А ты знаешь, что все уже теперь, я тебя всегда хвалила, Саша, такой хороший парень. Так я же мочу, патриархат, я за вас, за женщин. Ты закрой свой рот, люди, нас стыдно следили за тебя. Вы не понимаете, я превзошел ваш век. Ага. Через два века обо мне скажут, что он был современным человеком. Какой ты современный? Когда тебе лечиться не захотел, будешь ты современный. Как бросит в лес, блядь, дрова пилит, когда ты знаешь современный. Как думаете, заходить в женском платье, это победа над патриархатом или нет? Ты что, дурак совсем? Нет. Что ты одно и то же меришь? Уходи, нет. Давай, неси ведро. Давай. Ставь сюда все. Чтобы мужчины все ходили в женских платьях. Я борюсь за это. Знаешь что, если только ты, у тебя встретит милиция, они могут тебя заграбать и заставить лечиться. И ты будешь нормальный, порядочный человек. Я думала, что ты туда съездишь, ты лучше будешь. Я тебе не знаю, приехал. И мать уже... Я наоборот помогаю. И мать... Молча! Хорошо, молчу, все. Молча, молчу, патриархат. Подальше от всем. Хорошо.
Все, хватит, там не надо. Все. Вот это ведро убери у меня с подлога. Убери вот это ведро с подлога. Сейчас я несу два ведра. Да пока поставлю вот на пока аккуратненько на поверхность. Я устала. Так, давай я буду здесь сейчас. Вот иди, как его. Давай я вот здесь раз ты бушу. Что? Здесь лопата. Там не надо, там я буду на ту сторону бросать. Ладно, это будни борца с патриархата. Давай надую. Давай, дую каждый день. Дую каждый день. Коронавирус заболел. Ты вообще его можно задуть нормально. Я хочу видеть, где дышать. Занимайся, бабушка. Она говорит, что тебе помогает. Да, давай просто выбросим новую. Нет, нового нету. Нужно узнать, где здесь вода лежит. Да мы фиг узнаем. Подожди, дай-ка я послушаю. Не слышно. Скорее всего, она вверху была. Вверху непонятно, где тоже. Мне кажется, просто... Ну, только со всей силы, давай узнаем. Нигде нет. Вообще не слышно. Дырки. Не слышно, нет, да. Помнишь, у тебя в платье ходило? Саша, заткнись. Хорошо. Тебе... Иди ведра давай бабушке. Иду. Эта штука, она помогает патриархат бороться. Давай, помогай. Давай. Он забирай ведро, уноси. А я подвал. Убирай ведро, мне надо освободить место. Ладно. Ставь это ведро пустое здесь, куда пошел? Ставлю. Куда он там, став рядом. Ставил, все. Я могу снять, что жарко. Мне все равно. Но я не сейчас не случится. Может, тут есть документы по уничтожению мужчин. Смотрите, убирай, вот эти будем уничтожать ему надо. Сейчас оно полное будет. Вот на. На еще. Уходи. Тебе надо. Правильно сыпишь? Я сейчас приду проверю. Я терминатор Эсса. Замолчи. Ты сюда захочешь молча? Уходишь? Это как храм, да? Ори. Орет, а люди будут смеются над тобой. Люди смеются? Нет. Они сейчас смеются, а потом они будут смеяться. Они поймут. Будут. Нет, они поймут. А нам стыдно за тебя, что ты ведешь себя так. От людей. Верда сексуал. Ты так не ведешь борьбу с патриархатом, как я. Ага, потому что ты ненормальный человек, вот ты имеешь одни и те же слова. Убирай ведро. Ставь другое здесь рядом. Самое опасное в мире это патриархат сейчас. Ага, это ты самый страшный в мире. Как так, если я борюсь с патриархатом? Ага. Какие где находятся, знаешь? Ты по телевизору не видел? Где такие находятся? Тебя туда поместить,
куда-то могут запросто поместить. И живи ты там, посмотрим, что с тебе будет там. Слышал? Этот. Все, кто борется с патриархатом. Ага. Поместим. С матриархатом. Люди помогут поместить. Подожди, а если я буду с матриархатом бороться, тоже меня поместят? Поместят. Слышали? Хочешь, я пойду куда следует, и тебя заберут и поместят. Ты можешь этого, Излаева, Берта Сексуала, Володю Попёртого, Замолчи! И прочих посадить. Они тоже борются. Я тебе сказала, замолчи. Вот туда и тебе посадят. А их не посадят? Не знаю. Там посмотрят на тебя. Там посмотрят, но на них тоже должны посадить. Несправедливо. Почему меня одного? А что с тобой делать? А почему их не посадят? Они тоже борются против матриархата. Поборешься, как дрова попинешь в лесу. Вот там ты поборешься. Ты узнаешь, как бороться. Тоже бороться против религии. У отца своего спроси. Он их возил, таких как ты. Куда возил? Спроси. Может, дед мой возил? Везде. Может, дед мой возил? Нет, отец твой возил. Он знает. Он же на газели возил. Вот не на газели, крытая машина под решетками. А, это? Же, да. Вот и ставь сюда. Вот и ты там сюда. Тебя отвезут. Ты думаешь, что тебе да, конечно, меня отвезут. Отвезут. На воровке. Ставь сюда. Да? Повыше ставь, я смотрю, чтобы не опрокинулся. Всех мужиков должны в тюрьме хочешь, держать. Ты хочешь туда. Всех я мужиков в тюрьму. Все женщины должны быть на свободе. Без таких, как ты, женщины будут свести и жить. Вот. А ты никому не нужен. Вот, правильно. Слышали? И будешь дрова пилить в лесу. Дрова пилить в лесу буду, да, вот оно. Давай быстро в другое место. Правда. Такое железное лето? Да это давай, здесь немного уже, я буду пересыпать на ту сторону. Бросай. Да бросай сюда, как мне. Мы, мужики, должны дрова пилить в лесу. Ну вот ты хочешь, туда и попадешь. Я не хочу, я хочу бороться с патриархатом. Вот туда и там и будешь ты бороться. Да, там, тебе, там тебе научат бороться. Научат, да. И будешь работать, как папа Карло, и слушаться. Да. И домой, хочешь будешь проситься, а никто не пустит тебя. Знаешь что? Домой. Давай дадим папе Карле отчество женское, чтобы было. Иди неси трепло домой. Нам стыдно за тебя. Хорошо. Я просто музыкант, я Лил Кеннеди. Мы люди. Я Лил Кеннеди. Угу. Я тебя скрывала, а теперь я скрывать не буду. Люди уже ты показал себя, какой ты есть на людях, а я все скрывала тебя. Да. Теперь уже скрывать теперь нечего. Уже тебе нечего скрывать. Осталось только показать себя во всей красе. Держи давно ядро. Держу. Я оттуда вот приехал, ты мне два с половиной часа лекции читала. Где ты нахуй читала? Я тебе говорила, как нам жилось. Вот ты теперь будешь жить так. Знаешь, мне после этого батарея психическая началась. Ага. После 2,5 часов лекции. Ты как Гитлер на точке на скорости 10.0. Тебе помочь бы хотела подумать. Ты заработаешь и вынудишь меня. Ты могла бы стать Гитлером, понимаешь? Великие дела совершать. Замолчишь? Хорошо. Слушаюсь. Да. Ты что, блядь, ты нервы выматываешь? Я скотина, да, все. А что ты, человек, что ли? Я не человек вообще. Что, ты даже лечиться не пошел? Я лечусь. Угу. Если бы ты в больницу почему не пошел? Я пошел. Где ты пошел? Я ходил. Они ничего не сказали. Попросим, я пойду попрошу, чтобы да, чтобы меня уничтожили полностью. И туда тебе дорога. Я люблю пить. Классный. Да?
Да. Отойди. Отойди совсем, я буду бросать туда. Ну что, ну черт. А зачем туда бросать? Вот туда сейчас будешь высыпать. Мне далеко бросать. Сейчас насыплю вот на то место, чтобы полностью заполнить. Хорошо. Я просто не понимаю. У меня мозгов нет. Да, мозгов уже, считай, нет у тебя. Ты уже, вот ты особенно когда туда, оттуда съездил. Я думала, что ты лучше будешь, знал бы, и денег я не давала. Давай меня на пенсию поставим, что я инвалид. Иди! Иди покажись, что ты инвалид. Ну а как, если они скажут, пошел вон отсюда? Нет, сядь, приди. Черт. Они справку дадут и скажи, а как мне, чтобы инвалидность дали? Бирай, они скажут, мы тебе ни хрена инвалидности дадим, потому что ты простой человек русский. Они дадут только определенным людям национальности. Вот у тебя звезда Давида, где? Может, я приду со звездой Давида, мне дадут? Ты высыпишь мне половину, а это давай наполняй. И это, ты одно высыпай, рядом стоишь. Сюда высыпать? Да. Дай мне звезду Давида, я буду... Она будет меня согревать в жизни. Давать мне силы. Угу. Пенсию давать мне будет. Дадут тебе. Власть дадут. Я буду Наполеоном. Я Наполеон. Я уже сколько раз говорила матери. Пойду. Вы, раз ты начал вынуждать, больше не ждать. Ты знаешь, что Наполеон был. Угу. Наполеон. Что ты знаешь? Ты нихуя не знаешь. Я знаю про Наполеона. Угу. Знаешь. И больше ты не получишь ни телефона, ни компьютера, ни интернета. Вот так. Я и не интересуюсь ими больше. Ты же все переломал. Я не интересуюсь вообще больше играми. Передавай. Не играю. Пересыпай. Пересыпай. Зачем так много? Давай, могу. Вот давай. А, давай вот это будет. Давай, вот так вот. Вот так вот. Даже я сильно глубоко не надо. Хорошо. Мешается бюро. Пусти. Давай, пусти. Сколько еще здесь заполнить? Скоро. Разровняй. Не приходи маленько. А чем разровнять? Руками? А чем же? Блин. Хорошо. Сделай. Все делай как. Ты что, надел перчатки и в белых пойдешь? Нет. Вон. Постираешь, повешаешь, а тогда и снова будет чисто. У меня руки беднее, чем перчатки. Все разровнял. Не дави. Здесь не надо, оно сыплется сильно. Блин, ну, придавливать? Придави немного. Придавил? Придавил. Я так своей девушке массаж делал, помню. Придавливал так еще, знаешь, так. Она спину просила массаж сделать так, как землю, знаешь. Это тебе и надо девочке, с таким девочкам и отправить. Пусть бы даже деньги платили, лишь бы ты только там было не нас лучше. Хватит? Ну давайте. Ходи. Неси, пересыпай сюда же. Аккуратно пересыпай, чтобы в проход сильно не сыпалось. Сюда? Ну, сып. Пусть бы повышено все на пленочку. Только смотри аккуратно. Давай, все. Так девушку. Еще не надо, как его, убирай ведра. Что, убрать? Одно, давай-ка сюда, я здесь подъезжу и буду сыпать, и ты оттуда. Может, это? Хватит этого, я уже вся мокрая. Давай я буду разминать, как будто я девушка. Не надо, хватит, не трогай. Все, хорошо, не трогай. Она ушла от меня, все, к другому. Алименты я плачу. Кому-то нужен. Не, ну если я со мной разведется, то алименты я буду платить. От кого? На кого платить? На кого ты? Своих денег. А ты заработал их? Ну, мне заставят. Ну, тебе заставят. Ты будешь там работать и платить элементы. А
А если я спрыгну с крыши, то кто будет платить? Вы? Куда выбросить? Ну, мусор куда же выбрасывать? Я-то просто хотел воспитывать детей своих. Ты сам себя воспитай, а потом о детях думай. Я знаю, кто их кормить будет. Тебя кормим мы, кормим. Кто их кормить будет? Своих детей. Ну, государство. Ага, нужен ты. Набиуллина, что сказала? Тебе нравится Набиуллина? Яровая, пакет яровой. Уходи, иди, трепло. Давай, куда ставишь? Не надо, на улицу. Так ты второе на спальне, два принесу сразу. Неси мне, поставь это ведро, чтобы... как его. Давай я сразу два буду носить. Вот сюда ставлю. Я просто увидел это, у тебя ковер с звездой Давида, и у меня появилась внутренняя сила, ты знаешь. Сила Давида. Замолчишь. Хорошо. Если объяснишь, откуда тебя... Я тебе сказал, замолчишь? Все. Ты сейчас, блядь, лопату в руках вынудишь. Только по голове не бей. Вот, может, и мозга направится, если бережу по голове. Лара! Что, давай я, может быть, буду приносить навоз? Знаешь что? Иди мне подтопи печку. Я мокрая, с ног до головы. Быстро подтопи печку. Быстрее. А? Подтоплю и буду приносить навоз туда, да? Иди одно хотя делай, а там посмотрим. Иди быстро топи печку. Хорошо. Там керосин стоит на окошечке. Где керосин стоит? Прямо на окне, где, как обычно, около печки. Окно. Вот это на улицу будешь носить. На улицу? Да. Зачем? Ну ты куда носишь, туда и носи на улицу. Я ношу вон туда. Ну туда и носи. И зачем повторять, я и так знаю. Программу выполняю. Конечно. Ты запрограммировал, я выполняю. Вот это тебе, да? Большой я стал. А, большой стал? Вот это убери, большой туда стал. Тяжело, ну давай туда ставим. Ставь здесь, убирай это. Так, команда номер один выполнена. Вторая команда выполнена. Все. Давай здесь тоже распрягушу. Не сильно, давай. Вот здесь вот так же. Не, вот здесь. Вот возле моей лопаты. Долби здесь. Маленько чуть-чуть поближе, аккуратно только. Нет, вот здесь. Вот. Сказал подальше от стены. Ну, ты отковырни, не стукай, не кирпичи. Вот так убери потемнешку. И здесь от кирпичи убирай. Ай, блин. Ну, вот так вот делай все. Просто надо. Я боюсь повредить стену. Тихо, не надо сильно глубоко. Хватит пока. Ну, я готов ведро, чтобы не тебя не упало. Давай. Держу. Выброшу. Слушаюсь. Здесь немножко. Выброси, чтобы не тепленько было. И все, давай я понес. Неси. Ветер какой сильный, а солнце светит ярко. Одновременно. Разжило немножко так. Сюда на вас весь войдет и мало будет.
нами, все поэтому молимся. И сюда мы сейчас зовутся. Ноги длинные. Аккуратно, только сверху бери. Как ты думаешь, я высокий? Лучше ты был маленький, да умный. Потихоньку, зачем с такими комами? Вот сюда сыпь. Это земля вот сюда вот, к окну, вот сюда вот. А, сразу вот в окно? Да, сверху бери, только сверху бери. А, хорошо. Ну ты считаешь, как у меня рост высокий? Тихоньки. Высокий. Лучше ты маленький был. Да умный. Мы гордимся себе тобой, а теперь более. А я стану великим художником, мной будет весь мир гордиться. Угу. Ж, хватит это. Вот, зачем ты сам? Рядом сыпь. Чё ты такой-то? Потому что я великий художник. Ван Гог. Сальвадор Дали. Блядь, ты замолчишь? Ай, только не бей по голове. По голове, блядь. Хватит туда сыпать. Да, ну, не бей по голове, не бей. Ну неужели ты не видишь нихуя, чего ты орёшь? Вот, вот сюда вот сыпь аккуратненько. Хорошо, тут. Хорошо. По голове сверху. Только убирай не бей. Убери ведра, а потом будешь брать землю. Хорошо, убираю. Давай я из этого высыплю. Что там? Ну-ка подожди. Не... Ну сыпь, ладно. Лопату убери-ка. Убирай лопату, ведро, убирай зеленое ведро. Убираю. И сыпь оттуда вы начинай брать. Вот где зеленое ведро. Убери его оттуда. Все, убрал. Начинаю. Только сверху. Начинаю. Раз. Потихоньку сыпь сюда. Аккуратненько. Показывай именно точку. Да, вот сюда. Лазерным наведением. Ну неужели ты не видишь? Где низко, где высоко. Я просто зрение плохое у меня. Ага. Вот вот здесь такие. Вот и я так просто боюсь, что оно было. Высыпется. Хватит. Там много не надо брать. Куда теперь? Ну рядом же сыпь, чтобы ровно. Куда ты сыпишь? Вот же сюда, здесь пониже. Здесь оно высыпется все. Не высыпется. Вот, вот смотри. Сейчас будешь навоз носить. Вот оно высыпается. Ну и ладно, хватит. Нет, пока не надо. Хватит, хватит, а то плюнку обольешь. Потихоньку здесь. Что теперь? Ну ничего, вылазь отсюда. Ставь ведра. Ставлю. Не надо, убери одно хотя бы ставь. Места нет. Уходи, давай. Отойди отсюда. Давай. Что лучше было? Земля? Погода. А, погода. Ну, по крайней мере, не жарко, не так уж жарко. Всегда ты не было жарко. Ну, блин, давай я приравняю. А то что-то она высыпается. Да ладно, будет. Сейчас сюда навоз будем засыпать. Тут уже все. Куда еще? Ладно. Давай помаленьку я буду накладывать, накладывать. Давай. Вот эту пленку убери, вот эту мусор убираю. Убираю. Фу, ну, давай, что, приминать буду? Не надо ничего пока. Ничего. Она же будет рассыпаться. Не рассыпаться. Можно я сяду как пёс? Видишь, рассыпается. Ну, давай, что, давай, ну, я что, при это приглажу, конечно. Как девушка. Как стихи девушки, маньяк, знаешь? Прекрати, бицепский прекрати, маньяк. Прекрати, 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 стихнешь или нет? Хорошо. Не бисовский, а этот. Потрошить там один был. Давай, хочу вот сюда. На, навоз неизвестно еще сколько. Мало. Песок вот так вот сюда сгрузил. Че, куда я встал? Подожди. У меня в зубах песок. Земля. Это нормально. Земля на вкус, знаешь, она как... Пробовала землю на вкус? Отстань, ты замолчишь или нет? Хорошо. Что вы делаете?
Я приравниваю как девушку, глажу. Ты растопила все. Там, чтобы закрой двери, чтобы было тепло. И знаешь что, повешай возле этого, посмотри там рубашку какую-нибудь или что-нибудь. Ты сама там, я не знаю, где там твои рубашки, где там что. Ну пойду сейчас. Теперь, знаешь что? Давай закладывать навоз, мама. Ну, так я говорю, идите, закладывайте все. Потому что вот зачем мы перекладываем с места на место эту землю, когда можно было кусочек раскопать, заложить навоз. Землей засыпать, кусочек раскопать, засыпать. Ну что ты какая, навоз заходишь, притопчешь и даже ни грамма земли, пока не сгорится. А потом будешь землей засыпать. Ты видишь, хочешь сказать, что мы сегодня не засыпем землю? Ни в коем случае, он должен гореть. Когда загорится, вот тогда и будешь сыпать. Сейчас пойду туда. Что мне делать? Сейчас вот здесь вот. Я почистила, а здесь она твердая земля. Сейчас вот это вот. Давай ведро. Можно? Я куда? Поставлю. Хотя бы справлю. Я убери вот эту нитку. Да-да. Ну, убирай. Это... Да, вижу. Где раздолбить? Ведро убери, вот сами раздолби. Возьми ведро. Я умею раздолбить. Потихонечку. Я помню, раздолбил. На меня родители ругались с девушки. Вот здесь. Что я сильно раздолбил и молодья там залилась. На самом деле это не так сложно долбить. Так было долбить. Так. Когда я девушку долбил, там так полилась. Всего 10 минут примерно. Лилась. Так. А это легко долбить. Землю-то. Ты пробовала на вкус землю? Ты замолчишь, не надо. Ты по морде получишь сейчас. Не надо. Я так уже вижу. Ладно, сделали. Короче, что давай? Так, ведро встал, держи. Ты держи. Что он здесь стоять? Ну, тележку взять, да тележку. А это еще что? Давай насыпай ведро. Насыпай. Саша, на. Иди в самый, иди сюда. Самый угол. Да, самый угол. А потом будем притаскивать. Самый угол. А потом притаскивать еще будете. Я пойду переоденусь, маленько отдохну, носите перевести и потом притаскивать. Сперва носить, а потом уже после притаскивать. Поняли, как надо. Давай я второе ведро, чтобы это отнести. Вот это относи полное. Да я не хочу одно носить, я хочу два носить. Убирай его туда, хотя переставь. Хорошо. Переставляю. Давай я принесу второе ведро. Don't leave me. А чего вы ведра убрали-то? На. Дай мне хоть одно дело сделать. Ставьте сюда ведро. До конца уберу, да и все. Отчаж. Держи ведра. Давай я вот это вот несу дальше. Давай, сюда ставлю. Да? Сейчас, ага.
теперь в это. Фото ведро не полное, наверное. Ладно, иди, не сыпишь это. Ты рядами сыпишь так? Да, рядами. Держи вот, сюда вот, положи, неси туда, сыпай. А что ты в угол-то весь сыпаешь? Потому что бабушка приказала. А ты как думала? Ты как думала, а? По всему поверхности. То, что бабушка приказала, нужно выполнять. Лариса, ну ты что? Что? Иди, давай, как его, уходите быстро. Иди смотри, чтобы печка, хоть тепло было, чтобы я успела переодеться. Фу, жарко. Давай. Мини ведро. Так, теперь это. Подожди, вот это вот можно убить. Это пока сюда, да? Подожди, сейчас вот место освобожу, видишь, вот сюда ставлю. Берем, берем. Сейчас. Ставь ведро, забирай ее. Ставлю, забираю. Спальня. Спальня. А теперь рядом будет сыпать. Давай другое, или там, неси тогда, а то сейчас она принесет. Ладно, так, забирай, забирай, Лариса, неси туда. Рядом. Ну ты, Потише. Зачем ты это отпустил-то ручку от ведра? Потому она держит. Сжала мне руку. Нет. Разорвала палец мне ручкой. Потому что я хоть и голем, но у меня...
камни перед ним. Угу. Подождать надо, да? Вот вы здесь почему стали убирать все. Пальцы мои. Давай. Голевские пальцы. Что, давай, я сам буду. Давай сюда эту солому, давай-ка. Ну иди сыпь, я посмотрю. Сыпь прямо, прямо, да. Хорошо, лес. Что, еще здесь уже не будешь? Теперь отсюда? Да, Саша. Иди, иди. Теперь отсюда будем насыпать? Нет, нет, нет. Там нет. Же еще нужно насыпать. Ну, мало что нужно. А где взять? Вот. А вот ты стоишь на чем? Вот уже видишь песок? Ну, один грамм. А здесь еще не песок. А где ты навоз возьмешь? Да вон тебе сколько навозу-то, господи. Господи. Его надо притоптать, чтобы он загорелся. Идите солому носите, быстро. Вот это выход. Да тут нечего, ну хватит. Ну что ж, не жалко. Ну вот, ладно, ну ладно. На это ведро, насыпайте. Навоза. Солома. Навоза. Насыпайте навоза. Ребята, таскаем.